Bonjour, je m'appelle Maddy Durand, je suis représentatrice de la compagnie Ruskaya Agentstva. Comme vous pouvez le voir ici, il fait un peu froid, mais c'est typique du temps en décembre à Moscou. Je vais vous présenter, maintenant on est dans le centre des affaires, et comme vous pouvez le voir, il y a le bâtiment juste ici, on va y aller. Vous pouvez me suivre, comme vous pouvez le voir, il y a les colonnes qui sont très jolies, c'est typique de l'architecture d'ici. Alors vous aurez besoin de cette carte pour rentrer, vous pouvez la faire à l'accueil. Moi je l'ai et il faut la refaire chaque matin. Donc pour rentrer, on va juste passer la carte dans la machine et c'est tout, rien besoin d'autre. Donc là vous pouvez voir, nous on se trouve au 4e étage. On va prendre l'ascenseur pour s'y rendre. Здравствуйте, я Елена, руководитель русского агентства. Сегодня мы расскажем вам о наших программах во Франции. Это языковые курсы, программы для молодежи ОПР, это работа во французских семьях, профессиональные стажировки, а также две иммиграционные программы. Это через образование во французском университете и бизнес-иммиграция во Францию. Сегодня мы также познакомим вас с нашим французским отделом, с Мади и с Мариной. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se passe la vie en France, comment vous pouvez faire pour suivre des cours de langue, faire des études supérieures, étudier là-bas, vivre là-bas ou tout simplement y aller comme au pair. Le programme d'hébergement comprend le logement et les repas gratuits et vous aurez aussi une rémunération de 340 € par mois. Добрый день, меня зовут Марина, и сегодня я расскажу вам о всех этих программах поподробнее. Итак, сегодня в нашем видео вы увидите виды таких городов, как Канны, где проходит знаменитый кинофестиваль, замечательного города Ниццы, города Лиона, откуда родом наш представитель Мади Дюран, и, конечно же, Парижа. А в это время я расскажу вам о путях, которыми вы можете попасть во Францию, и как во Франции вы можете остаться. Итак, для тех, кто интересуется французским языком и культурой в целом, неплохим вариантом является посещение языковых курсов. Курсы во Франции бывают различные. Это бывает общий французский, французский для пожилых, французский для студентов и французский для подготовки к международным языковым тестам, такими как DELF, DALF, TSF и так далее. Ну а для тех, кто всерьез болен Францией, есть замечательная государственная программа «Jeune fille au pair», что с французского переводится как «девушка на равных». Суть данной программы заключается в том, что год вы проживаете во французской семье, общаетесь на французском, посещаете курсы языка, присматриваете за детками в семье и выполняете легкую домашнюю работу. В этой программе есть возможность продления еще на полгода. Для того, чтобы поехать во Францию по данной программе, вы должны быть в возрасте от 18 до 29 лет. Чаще всего по данной программе едут девушки, но некоторые семьи хотят именно парней, потому что в некоторых семьях бывает больше детей, в некоторых семьях детки – это мальчики. Поэтому, парни, не отчаивайтесь, вы также можете поехать по программе ОПР. Отсутствие вредных привычек также является одним из требований программы. Желательно наличие прав. И еще одним плюсом этой программы является то, что ваш французский вовсе не должен быть выдающимся для того, чтобы поехать по программе ОПР. Вы можете разговаривать на английском и хотя бы немного на французском. В целом уровня pre-intermediate для этой программы будет достаточно.
Еще одним плюсом является то, что каждый месяц вы будете получать стипендию в размере 320 евро. Помимо всего, программа Au Pair является отличным стартом для тех, кто хочет подтянуть свой французский, познать культуру Франции и, вероятно, продолжить обучение во французском университете и далее найти работу во Франции. Еще одна из наших замечательных программ для тех, кто хочет заложить основу своей будущей профессиональной карьеры, это программа стажировок во Франции. Программа стажировки во Франции – это действительно серьезное дело. И здесь принимают участие аж 4 страны, 5 из которых вы. Первая – это декан вашего факультета, который подписывает все бумаги и согласует план стажировки. Это французский спонсор, который выищет вам стажировку. Это отель, который предоставляет место стажировки. И, конечно же, мы, русское агентство, которое все контролирует и собирает единое целое для вас. Данная программа рассчитана на срок от 3 до 6 месяцев. Это очень хорошая оплачиваемая стажировка в центре Европы, в секторах туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса. Участник имеет право на работу до 35 часов в неделю, так как полная рабочая неделя во Франции считается 35 часов, а несовершеннолетние участники, то есть участники до 18 лет, имеют право на работу до 20 часов в неделю. Вообще, данная программа является замечательным стартом для того, чтобы начать и далее продолжить вашу профессиональную карьеру именно во Франции. Для этой программы вы должны быть в возрасте от 16 до 29 лет, в обязательном порядке являться студентом вуза, колледжа, также обладать уверенным английским и французским языком. И, конечно же, иметь загранпаспорт сроком действия не менее чем еще на год. Ну а для тех, кто действительно заинтересован в том, чтобы остаться во Франции, мы рекомендуем программу «Иммиграция через обучение». Лучше всего поступать после нашего бакалавра на программу магистратуры во Франции или мастер. Для того, чтобы в дальнейшем найти работу и остаться во Франции, вам нужно проучиться во французском вузе или бизнес-школе, или, как они называются, l'école commerciale, в течение как минимум 2 лет. Система образования во Франции немного отличается от той, которая принята у нас в России, и об этом подробнее вы можете прочитать на нашем сайте. Также во Франции существует хорошая система стипендий, но для этого нужно чаще всего обучаться на французском языке. Требования для французского языка будут следующими. Это экзамены DELF или DALF уровня B2 или C1. Для гуманитарных специальностей чаще всего требуется уровень C1, но также возможно обучение и с уровнем B1. Но сразу скажу, скорее всего, это будут университеты в провинции Франции, например, университет Бордо, так как знаменитые университеты, такие как Сорбонна, принимают все-таки студентов с уровнем B2 и чаще C1. Но если ваш уровень французского недостаточен, не переживайте, возможно обучение на английском языке. Но такое образование уже будет платным. И чаще всего обучение на английском языке проходит в L'École Commerciale, это бизнес-школа во Франции, в которых чаще всего представлены программы, связанные с бизнесом, MBA и так далее. Еще один отличный способ иммиграции во Францию, с которым мы также можем вам помочь, это открытие собственного бизнеса либо российского филиала уже функционирующей компании на территории Франции. В данном случае Франция посылает запрос в префектуру на имя предполагаемого бизнесмена для получения разрешения на ведение дел без вида на жительство. Когда уже будет дан зеленый свет, кандидат назначает управляющим своего же предприятия и тем самым освобождается от обязанности нанимать на работу французского гражданина на свою должность. И также значительно сокращаются расходы на содержание и ведение бизнеса в стране. Для того, чтобы человек смог беспрепятственно управлять своим же бизнесом, выдается так называемая карта коммерсанта. Единственный минус данной процедуры – это длительность ее выдачи. Это может продлиться около 1/2 года. Но только так вы станете счастливым обладателем
карты вида на жительство во Франции. Следующий этап получения гражданства – это уже статус резидента, который приписывается на ближайшие 10 лет. Так, перечисленные нами способы иммиграции во Францию являются абсолютно реальными. И если вы заинтересованы в одном из них, смело переходите по ссылке внизу. И команда профессионалов «Русское агентство» полностью поможет вам в этом нелегком процессе. Au revoir à tous et on se voit bientôt en France.